увидела, что я была выписана 26 сентября на мой юбилей. Я была выписана в никуда. Просто на улицу. Город Москва обращается в суд, выписывает человека в воздух, изымается дорогущая московская земля, на которой кто-то заработает, наверное, сотни миллиардов, потому что Терехово – это 350 гектаров. Им нужно быстренько снести. Я говорю, зачем вам быстренько снести? Нам нужно разрешение на строительство получать. Пока вот тут дом стоит, мы не можем получить разрешение на строительство. Слушайте, ну так нельзя относиться к людям. Почему нельзя было дать ей тот же грузовик какой-то маленький, торжественно вынести ее вещи, погрузить ее туда вместе с ее кошкой, отправить, и как только машина повернет за угол, ломать этот дом? Это такая травма, вы знаете, ее крик у меня стоит до сих пор в ушах. Mm-hmm.